Извините, можно заново? На 10 лет назад? Меня зовут Дарья Рудова. Дарья Рудова. Дарья Викторовна. Дарья Рудова. Извините, можно заново? Так, что мне надо ответить? Дарья Рудова, как это фамилия? Рудова моя фамилия. Дарья, скажите, пожалуйста, если была бы возможность вернуться на 10 лет назад, что бы вы изменили? На 10 лет назад? Я бы ничего не меняла, у меня все прекрасно было 10 лет назад, потому что как раз в этот период родились мои детки. Если бы вы могли стать невидимкой, куда бы вы пошли? Если бы я могла стать невидимкой, я думаю, когда человека видно, и он делает что-то, это намного лучше. То есть, я думаю, эта суперспособность мне тоже не нужна. Какой ты знаешь казачий напиток? Сбитень, квас. Я думаю, это самые лучшие казачьи напитки, потому что они придают силу и здоровье. Если бы вот сейчас прямо ты встретилась бы с Путиным, что бы ты у него спросила? Что бы я его спросила? Я бы его спросила про финансирование детей-инвалидов, потому что работаю в этой сфере. И иногда не хватает реабилитационных центров на всех детишек города Волгограда. Вот об этом тему я бы затронула. Живой квас «Держава» от пивовара. Для тех, кто понимает –